Ну чё? Ох. Такс, у меня тут еще всякое говно валяется. И, кстати, надо покусать. Мы выше 200 можем здоровье себе запендюрить? Серьезно? Как интересненько-то уже становится-то. Какой тут предел? Или 400 хп здоровья я точно могу себе запиндюрить в Darkness Fall, потому что там, простите, зомбики под 15 тысяч хипиринса есть. А здесь-то с какого я фурьяпугу вдруг такой борзый стал? Так, давай рассирайся, да я такой народ с пробежки. Так что да, я только комп включил. Успел только немного помыться. Так, моя еще главная задача будет постараться. Requesting assistance. Найти что-нибудь полезное. Так, ладно. Возможно, мне еще ящики понадобятся. Как вы буду? На здесь автоматы выложил. Ага, сейчас. Requesting assistance. Так, семерочка, чаек. Давай хлебнем. Гранатки у меня здесь. Два огнетушителя тоже подзакину. Так, вот эти вот флайеры. Интересно. Requesting assistance. Так, погоди, бакшоты-то у меня не здесь, здесь. А сколько их максимальный стак? Что-то интересно стало. Очень любопытненько. Так, ладно. У нас, кстати говоря, еще же карта кладов есть. Их раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть карт кладов. Четыре. Пять. Шесть. Requesting assistance. Так, это пока мы оставим. Надо вот еще несколько ящиков поставить и обдумывать некоторые дальнейшие действия. Yes, sir. Fire in the hole. Кстати, я не могу ящики какие-нибудь получше делать. Дай-ка я посмотрю. Hold your position. Правда, с таким количеством дерева вряд ли. Так, пошли-ка я немного дерева подрублю. Как раз посмотрим, как топор рубит. Это я его сделал и ни разу еще дерево не рубил. Класс. Ни хрена себе. Моща, слушай. Нормально. Ну, не супер, конечно, но хорошо рубит. Over. Так, сюда железо на переплавку. Хорошо, а где, блин, железо вообще? Куда оно, блин, делось? 1700 всего, маловато.
address the immediate support. Глина, камень, да, это пусть все делается тогда уж. Так, ты тогда мне давай штампуй дерево. Это ты умеешь? Over. Два. Интересно, сколько он там делает? Понятно, значит, та пила херня нам очень тоже тут нужна. Ну ладно, это пока не сильно важно, в принципе. Наверное, один к пяти идет. Так, и знаешь, что, скорее всего, понадобится еще? Одна интересная волшебная вещь. Так, где эти хренотени? Которое все хочу выбросить и никак не выброшу. Кстати, по поводу дробовика. У меня есть шотган. Ну, вряд ли мы можем, конечно, собирать ружье. Помповое ружье. Нет, слушай, в принципе, могли бы собрать. Шотган баррел. Сомневаюсь, конечно, что у меня это все есть. Очень сильно. Сейчас посмотрим, конечно. Но вот, блин, чтобы по домикам лазить, мне вот ружье бы самый идеал пошло. А, вот что мне нужно как раз-таки. Ну да, по поводу ружья мы тут хрен его соберем. Как ни крути. Увы. Так что вертаю. И насчет ящиков тут тоже вопрос хороший. Рецепты. Это мы можем сделать с надписью коробку для хранения. Secure Storage Chest. Но он для меня без понту здесь. И это мы все можем только тут. Там делать. All clear. Угу. Понятно. Это, конечно, все забавно. Надо то будет разобрать. Ну ладно, сейчас тогда побежим просто, так сказать, поразвлекаемся. Блок я оставлю на всякий случай, пусть будут. Что, мед некуда деть, что ли? А, нет, есть куда. Так, одна еда. Так, кстати, еду надо взять еще бы. Начнем с этого. Ну ладно. Томат есть. Трубки сейчас возьмем. Можно гаечный ключ взять также. Там-то там. Брать его или не стоит. Ладно, пока не будем. Надо все равно скакилы-то прокачивать на ремонт. Мафинки. Ну а пока нас целите сюда. Неожиданно город нарисовался. Acknowledge. Стоп, это что еще за хренотень? Так, давай-ка мы сбегаем к кладу. И вот это вот мне тоже интересует. Что тут творится-то вообще такое? У меня что, второй город здесь нарисовывается? Это даже любопытно будет уже. В принципе, одна из основных целей у нас, конечно же, ресурсики. Но по поводу ресурсиков, что сможем, то и насобираем. Не сильно столь важно. Не, хотя важно, но не так супер сильно. Можем немножко еще деревца набить, чтобы было на коллекцию.
Ну как раз здесь вон сухие деревья все. Это все повыкидываю потом. Ну как раз 3 дерева, 4 и в порядке все. Как стамина-то ты жрешь? Да кисло. Ну, хватит, в принципе. Побегли. С одной стороны, конечно, хорошо, что мне-то, в принципе, уже... Не нужны дрова на эти шипы, но с другой стороны, это ж сколько мне еще надо, блин, этого железа тут надыбать. Хотя, скорее всего, мне скиллы просто поднять, да и будет уже а-ля улю. Да, если кому интересно, эти скиллы, когда поднимаешь, у тебя очень сильно увеличивается профит от добычи. Не помню, где есть этот скилл. Вот хорошая добыча, также есть драгоценная добыча. На 40. Примерно на 100% больше будем добывать. Но это уже будет круче. Еще к тому же, помимо того, что у тебя со скилла баф идет, с этим получается там 300 или 400% всего ты будешь добывать от обычного. Можно, кстати, вот сюда залезть. Посмотреть, что тут есть. Погоди, а тут вроде... А, тут только такая вот ботва и все. Все, понял. Ничего особенного-то, в принципе, и нету. Киркой даже копать можно. Вот, в принципе, хоть немножко логично. Конечно, не сильно супер. Где это, чё? Продолжение этого города, что ли? Да ты гонишь. Я думал, там всего-то пара домиков. Ну, ни хрена тут пара домиков. О, железо впервые нашел. Круто. Чего так мало-то вообще? Ну, всего одно, да. Жалко. Я думал, тут реально вшивых пара домиков. Ты смотри, тут пара домиков. Угу. Пошли-ка посмотрим, может, библиотека есть. Пара домиков. Хрена тут пара домиков. Тут вон еще город. Напичка городов этот ядрить напополам. Говорю, конечно, видишь, карта меньше, но плотной застройки ядрить напополам. И как раз по... Ха-ха-ха. Ой, чувствую, складом здесь будет весело.
А тут вообще, прости-то, друг, а где дорога-то? Понятно. Чё решил по этой хренотени нити? Тут дороги-то нету, в принципе, как таковой. Это точно такой же поселок, как и здесь, что ли? Нет, он меньше. Он меньше. Или такой же, погоди-ка. Здесь тоже в этих домиках можно найти много чего вкусного. Да, по размеру-то он ни хрена не маленький, я тебе скажу, протяженностью большой. Слушай, и такой не сильно населенный, это любопытно. Я говорил уже, тут скорее всего будет профитнее брать задание по зачистке у торговцев. И вот эти домики перед зачисткой два раза можно будет облутывать. А чё? Профит. Профит. Это хорошо, это тоже. Наверное. Потом будем думать, а что нам опять выбросить. Такс. Ну, вроде мне никто не помешает здесь. Он где-то здесь. Да, лопата-то у нас сжирает стамину ядрить напополам, кстати.
Хотя нет, одинаково примерно. Походу от инструментов зависит, сколько стамины будет тратиться. Так. Да. Не чуть-чуть, а нифига себе промазал. Да, по поводу расстрела такого зомби, так сказать, читерства такого откровенного. Да, была идея, но смысла в ней не вижу. Я могу с тем же успехом, говорю, годмод врубить. Подсматривать за сокровищами — это святое. Не, ну, так сказать, халява. Святая халява. Здесь я не могу удержаться. Потому что если я начну выкапывать здесь все по кругу, мне-то это лично не проблема. Ну, это сомневаюсь, что кому-то из зрителей понравится это раз. Во-вторых, мне столько глины нахрен не надо. Мне железа столько нет, чтобы переплавить это все. Ну, хотелось бы поинтереснее что-нибудь. Ну, увы, ах. Пошли к следующей карте сокровищ. Там-то там. Перегрузочка. Сейчас вторую копнем, там, по идее, зомбиков-то не должно быть много. Хотя много-немного, мне все равно надо будет их убивать. Мне надо уровень-то как-то качать. Ну, конечно, на добыче ресурсов, если прокачать ее, мы тоже неплохо кочебренимся. Если кирка еще будет топовая, да, у нас... Каждый камушек будет как три зомби. Сколько у нас сейчас? Вот один зомбик. 100, да? Вот. 110. Сейчас подождем, пока это исчезнет. Ну да, почти зомбик. Пол зомбика, короче, один камушек. Но это с пользой для дела, к тому же мы еще проводим. Еще мы не все виды ресурсов добываем. Там будет поинтересней. Обожаю туман. Ну, хоть немножко камушки видно, спасибо и на этом. Кузнечиков насобирали. Нахер они мне нужны сейчас? Кстати, вот там, где пирс, можно вот попробовать и порыбачить, я так думаю.
Как полагаю, я сейчас вижу так же, как и зомби, в принципе. Хотя не лучше слышать. Все равно зацепил, гад, да? Ну, засранец. Двести это максималочка. Ёлки-моталки, как жалко. Обидка. Почти угадал, только в другую сторону. И мне кажется, он специально так респится, прям противоположную от меня сторону. Погоди-ка, это что сейчас было тоже? Камушек. Не очень мне нравится эта встреча. А, в этот раз он в центре круга практически. Сделаем вот так. Так, и побежим потом тогда, получается, уже искать конюшечки. Кстати, мы тут недалеко от торговца, можно к нему сразу забежать. Или к ней. Можно было обновиться. Ну-ну. В этих кладах хоть когда-то бывает что-то поценнее. Я могу сказать, походу нет. Можно попробовать до нее, конечно, добежать. Ладно, в следующий раз. Не до этой девоньки сейчас. Во-первых, там еще надо будет найти торговца, надо будет найти, блин, библиотеку и ее зачистить. И хотя бы не быть со сломанными ногами. То бегать будет, блин, неудобно. Я все забываю команду посмыть, отключить этот фок. Хотя тут и дождь, и фок. Ну хотя ладно, поставим. Чушки, это ж фишка игры. Очень охота в Darkness Fall залезть и посмотреть, как там дела обстоят. Значит, у меня стамина по умолчанию ужасно восстанавливается. Это ужас. Благо, есть кофеек.
Кстати говоря, я Darkness Fall еще не запускал. Есть такой вариант, что Darkness Fall и Ravenhearst, они друг с другом конфликтуют. Такое раньше было. Не помню, какая игра, какой мод был, но там был конфликт именно модов двух хороших. Было сделано так, что они, если стоят на одном компе, то вообще не работает ни один, ни второй. Вот главное камень жопы медведя не перепутать. Я уж как-то раз перепутал. Это хорошо запомнил. Неплохие вещи мне приносят. Железные арбалетные болты — это, конечно, гуд. Мне бы остальных денег прикупить наконечников. Погоди, а тот торговец, которого я встречал, а он случаем не является торговцем этого города? Или... Я не знаю, слушай. Тут хрен разберешься так просто. Побегаем, посмотрим. Мне надо будет сначала к нему сходить, ему что-нибудь продать. 3400. Да ладно, пока не надо. И так нормально. Это уж когда найдем, за что тут драться, вот тогда можно будет и пободаться. Отлично. И вот как раз по ходу города у нас тут становится хорошая погода. Как удачно я зашел. Просто на 100+. Ты чё? Пацаны. А мне... Ладно, народ, уже время подходит. На этом закончу. В следующей серии продолжим зачистку, посмотрим, чего у торговца, и будем искать библиотеку. Она сильно мне важна.